Поминки стали причиной вспышки COVID-19 в селе Немцены Хинчешского района. Критическая ситуация сложилась и в Паганештах. В обоих населенных пунктах действует красный код эпидемиологической опасности. Всего за месяц там выявили около 100 случаев заражения, 60 инфицированных в селе Немцены. Ситуация ухудшилась в начале января. В последнее время у нас было где-то 7 смертей, одна за другой, и как это принято у молдаван, организовали поминки. И вот тогда не соблюли всех мер. Был один зараженный, после чего появились другие больные, и началась вспышка. Из общего числа инфицированных 30 проходят лечение в больницах, остальные на дому. В Паганештах зафиксировали 34 случая заболевания, еще 150 человек находятся под наблюдением медиков. Только на этой неделе выявили еще 17 заболевших. 20 человек из района лежат в больницах Хинчешт и других медучреждениях по республике. В связи с возросшим числом зараженных в селах ввели ограничения. Местные жители уже почти месяц находятся в карантине. Все дома, школа на дистанционке, детсад закрыт, никуда нельзя выйти, только за продуктами. Я не выхожу на улицу, сейчас возвращаюсь из больницы. Полиция каждый день патрулирует улицы и оповещает нас, что мы должны сидеть дома. Я сразу отреагировала, когда появились первые случаи. Я соблюдала все меры безопасности. Люди соблюдали социальную дистанцию, сидели дома, не очень-то выходили на улицу, только по срочным делам. В то же время администрация Паганешт говорит, что ситуация в селе улучшается. Уже заработала школа, в понедельник откроют и детский сад.